Здравствуйте, товарищи. Давайте начнем новую тему. Выдвижение требований. Надо закрыть, наверное, да? Окно, да? Пока не надо. Смотрите, скажите. Раз. Выдвижение требований. Значит, не так давно, а именно сразу после того, как был принят Трудовой кодекс России, в 2002 году, составление протокола разногласий по итогам коллективных договоров являлось основанием для начала коллективного трудового спора. Так было и записано, что составление протокола разногласий или наличие протокола разногласий является основанием для начала коллективного трудового спора. Потом законодатель это положение из Трудового кодекса изъял. То есть вы завершили переговоры, скажем, они продлились 3 месяца, благополучно были освобождены от работы работники, те, которые участвовали в коллективных переговорах. Значит, какие-то вопросы, может быть, были и разрешены. В целом, те предложения, которые выдвигали работники, не удовлетворены. Составляется протокол разногласий, который пишется очень просто. Значит, протокол разногласий на переговорах между работниками и работодателями такого-то предприятия, такой-то организации. С левой стороны это предложение работников с кратким обоснованием. С правой стороны отношение к этому работодателя тоже может быть с каким-то обоснованием. Все зависит от того, что кто хочет написать. То есть, если у нас с вами разногласия, и мы не нашли никаких точек соприкосновения, то общий-то протокол разногласий мы можем написать, что я вот за это выступаю, а вы вот за это. Я вот это имею в виду, а вы вот с этим не согласны. Вот мы это все пишем. И двое подписываем, со стороны работников один, и со стороны работодателей другой. Вот такая, значит, получается картина. Теперь наличие такого протокола разногласий не ведет формально не ведет к началу коллективного трудового спора. Хотите, спорьте, хотите, останетесь при своем, если при своих. Вот вы не получили согласия работодателя, ну и на этом и все. Значит, если работники этим не удовлетворены, они могут выдвинуть требования и начать коллективный трудовой спор. То есть коллективный трудовой спор начинается тогда, когда выдвигается требование. Поэтому вопрос о требованиях – это вопрос, собственно говоря, о содержании коллективного трудового спора. Я хотел бы на этом сделать особый акцент по той простой причине, что иногда люди, значит, хотят поспорить и не очень хотят подумать на тему о том, а какие требования вы будете выдвигать. Потому что если требования или слабые, или кратковременные, это не охватывает, так сказать, широкого круга проблем и недостаточно напряженные, то, в общем-то, коллективный трудовой спор по этим требованиям может пройти и быть, в общем, довольно пустым. То есть будут потрачены большие усилия, будет неизвестное противопоставление, так потребуется большая работа, в том числе организационная, мобилизация работников и так далее, и работодателя. И все это выродится в некоторый пшик. Например, вот, скажем, возьмем объединение «Светлана». Раньше на нем работало 40 тысяч человек в советское время. Сейчас работает меньше 4 тысяч. 10 раз сократилось. Это связано в том числе с тем, что не выплачивалась заработная плата, народ потихонечку расходился. И, наверное, вы заметили, что в России уволенные, это не потому, что их уволили работодатели, такие тоже есть, а потому что работодатель предложил вам, вот работы нет, мы вам предлагаем по собственному желанию. Люди послушали, написали заявление по собственному желанию. Что это означает? Это означает следующее, что вот если вы не написали заявление по собственному желанию, то вас
Если вы ничего не нарушаете, не нарушаете трудовую дисциплину, выполняете производственные задания, если они есть. Если у вас производственных заданий нет, то нарушает кто? Работодатель. Он вам должен платить не менее чем 2/3 тарифа, если нет ни коллективного договора. Если в коллективном договоре не записано, что полностью. А может быть записано, что полностью. То есть если работодатель вас не обеспечивает работой, ну это его дело. Вы готовы, вы сидите, так сказать, давайте работу будем делать. Но если вы не даете работу, платите так. То есть надо тоже стимулировать работодателя к тому, что он, соответственно, организовывал производство. Ну а если в коллективном договоре это не записано, то 2/3 тарифа. Вот, пожалуйста, будьте добры, 2/3 уплатить. В том случае, если работник не пишет заявление об увольнении по собственному желанию, то есть два варианта, и никаких нарушений не делает. Есть два варианта возможных, которые позволяют его уволить. Работодателя. Вариант первый. Правда, если в коллективном договоре не записано, что вот увольнение только по согласованию с профсоюзом. Вот если записано, это для него не вариант. Вот докеров не могут уволить, вот заключивших такой коллективный договор. Причем докеров механизаторов не могут, а вот других работников могут. Потому что профсоюз докеров добился вот такой записи в коллективном договоре. Если работодатель задался целью и нет такого коллективного договора, то он может уволить работника по двум причинам, по двум основаниям. Сейчас. Первое основание – это в связи с сокращением численности, и второе основание – в связи с сокращением штата. Иногда говорят, меня сократили. Ну как вот вас сократишь? Это как, как это сократить? Что надо для этого сделать? Это надо пилу иметь, наверное, я не знаю, как. Сократить человек. Сокращают штаты. А потом решается вопрос, кого уволить в связи с тем, что вот штаты сокращены, и тогда есть некоторые приоритеты. Вот если вы внимательно читали коллективный договор, там записано, что в случае увольнения, что в первую очередь оставляются на рабочих местах там, те, кто имеет известный стаж, у кого маленькие дети, так? Там, скажем, люди-инвалиды, которым потом трудно найти работу. То есть нельзя вот так взять кого угодно, уволить кому, ведь что взбрело в голову работодателю. Это вот в случае с сокращением штатов. А если численность, значит, вот опять-таки численность должна быть меньше, а по приказу работодателя, который издает генеральный директор. А ну а почему я именно вот в эту численность попадаю? То есть никак не получается, что именно меня должны уволить. Надо еще должен доказывать, а почему меня? А я вот подам в суд и так далее. Короче говоря, значит, такое сокращение возможно. В случае увольнения по сокращению штатов или по сокращению численности, вам должны выплатить двухмесячный оклад. И вы 2 месяца ходите по городу со своим резюме, и выясняете, где вам найти хорошую работу. Вы находите лучше, чем у вас была. Потому что у вас 2 месяца, и вам есть что есть, то есть у вас есть средства для этого, и 2 месяца на поиск новой работы. Ну а в случае, когда вы по собственному желанию сгоряча уволились, что у вас есть? Ничего у вас нет. Времени у вас нет, и денег у вас нет, кушать нечего. И возникает проблема, вам не до того, чтобы найти хорошую работу, значит, хватаете, что попало, а потом там вас могут обмануть при этом, и так далее, человек попадает в тяжелую ситуацию. Я вот констатирую уровень подготовки наших работников в плане защиты своих прав такой, что основная масса уволенных за вот годы перестройки с 90-х годов, это люди, которые уволились по собственному желанию. Вдруг у наших работников возникло желание уволиться. Допустим, на Кировском заводе работало 35 тысяч, сейчас 7. Так, у 28 тысяч вдруг возникло желание уволиться. Они уволились. Ни с чем. И не, многие уже лежат в земле сырой, потому что нет средств, значит, болезни, значит, идут люди к врачам, те прописывают лекарства,
коробочка 500, 600, 700, 800, а то и 1200 рублей. Ну и далее, и далее, и далее, так сказать, как бы вроде непосредственной причиной это не является, но мы с вами знаем, что у нас смертность превышает рождаемость. И 15 миллионов человек за 90-е годы, вот до настоящего времени, с начала 90-х годов, это убыль населения, связанная вот с этими преобразованиями. Вы хотели что-то сказать, пожалуйста? Я хотел спросить вот по поводу коллективного договора. Я не совсем понял, какие последствия будут, если работодатель нарушает этот коллективный договор. Там, по-моему, не прописано именно, что его ждет, если он не будет его соблюдать. Значит, существует два подхода. Или идти в суд и жаловаться в прокуратуру. Значит, если для этого существует закон, говорят, и там в кодексе написано трудовом, да, что, сказать, что закон предусматривает меры, если вы внимательно будете смотреть, какие меры предусматривает закон в самом трудовом кодексе, вы ничего там не найдете вообще. Ничего не найдете. Но есть кодекс об административных правонарушениях, вы там найдете. Значит, за уклонение от переговоров по коллективному договору 5000 рублей штраф. За невыполнение коллективного договора 5000 рублей штраф. То есть это, так сказать, я бы сказал, ну, издевательские такие нормы. Что такое 5000 рублей? Вот собственник этой компании миллиардер. Ну, у него всего, он маленький миллиардер, у него 2 миллиарда всего долларов. А если вы возьмете другие компании, миллиардер Алисин, у него 17 миллиардов долларов, и вы ему накладываете на соответствующую компанию, которая принадлежит Лисину, штраф 5000. Причем, вот если вы наложили на него штраф, допустим, вот есть штраф наложен, ваши действия. Вот вы на меня наложили штраф, то есть вы выиграли суд, вот вы выиграли. Ваши действия дальше. Вчера состоялся суд, и вам вчера огласили решение, что взыскать с меня 5000 рублей штрафа. Ваши действия дальше. Наверное, надо идти. Никуда не надо идти. 10 дней он не вступает в законную силу. Сидите спокойно. Раз. Потом через 10 дней, если я не оспорил, то он вступает в законную силу. Почему вы думаете, что я не оспорил? Как я могу согласиться, что вы у меня возьмете 5000? Я пишу сначала летучую такую бумагу, называется летучее, заявление в городской суд. Тут я не согласен с решением суда, считаю его незаконным, а более подробно об этом напишу позднее. Это значит, я уложился в 10-дневный срок, вот такую бумажку липовую послал, называется летучее заявление. Уложился. И вот, коли я уложился, значит, пока не рассмотрит городской суд, пока не рассмотрит, значит, никакого штрафа вы не получите с меня. Поэтому через течение определенного времени, я уже бумагу-то послал, я напишу там с обоснованием, что вот там это так, это не так, и сяк. Ну, так вы догадываетесь, что я могу что-нибудь написать. Вот я написал, и там показал, что вы вообще бездельники. Вот, работать не умеете, не хотите, и меры по укреплению дисциплины и налаживанию организации производства срываете и так далее. А суд первой инстанции встал на вашу защиту. Прошу решение суда отменить и, надо сказать, принять решение о том, чтобы, так сказать, вопрос был пересмотрен. Или отменить, чтобы городской суд решил, что он, так сказать, неверный, и все. Два там варианта есть. Он может свернуть в другом составе суда рассмотреть. Меня это тоже устраивает. Будет другой состав суда, опять новое решение. А вы сидите и ждете 5000. Будете долго ждать. Но вот вам повезло. Городской суд послушал все-таки вас. А вы тут привели всех уже научившихся, как надо выступать. Дали им доверенности. Потому что если у вас нет доверенности на суде, вас выгонят, если вы будете рот открывать на судебном заседании. А если у вас есть доверенность, вы дали доверенность вот ей, она выступит и скажет: я вот доверенное лицо, я считаю необходимым. Потом она выступает, потом вы.
Ну, я тоже приведу доверенных лиц. У меня адвокаты будут серьезные. И вот вы выиграли. Вы выиграли. Ваши действия? 10 дней. Подождали здесь? Нет, уже все. Вы выиграли в городском суде. Там сразу, немедленно вступает в силу. Вот вчера был городской суд, вы выиграли. Что дальше? Наверное, дойти в какую-нибудь приемную, приемную компанию. Ну, не знаю, куда. С этой бумажкой, что вы должны 5000. Ну и что? Пришли вы приемные ко мне. Вот я вхожу в приемную. У меня... Будьте моей секретарем. Объясните товарищу, что он каждый раз... Вы же ему сказали зайти завтра, он каждый раз приходит сегодня. Объясните, товарищ, он не понимает. Я для чего нанял секретаршу? Можно по почте отправить. По почте? Что вы мне собираетесь отправить по почте? Дорогой товарищ, решение суда я без вас получил. Обе стороны получают решение суда. Это говорит о вашей неквалифицированности в области юриспруденции, не более того. Я с удовольствием это решение прочитал. И что? Вам это достаточно? Или вам деньги надо? Нужны теперь 1000. А, деньги нужны? Ну, отлично. Вот и хорошо. Все? Вот и проехали. Вот и все ваше наказание. А зачем вы ходили вообще в суд? Я не знаю. Чтобы как бы удостовериться, что вы правы. Да, вы правы. И что? Вот и вся ответственность. А так, я думаю, если вы пойдете дальше... А кто знает, что дальше делать надо? Вы, я чувствую, не знаю, что дальше делать надо. Приставы дальше. А? Приставы должны. Приставы надо идти. Чего должны? Они сидят, занимаются своим делом. Вы туда пришли? Ну, если человек не выполняет решение суда, его заставляют. Кого заставляют? Кого-то не выполняет. Кто это? Никто ничего не выполняет. В смысле, он не выплачивает мне мои. Никто пенсии. Ничего не выполняет. Молодой человек, вы где живете? Вы живете сейчас в обществе, в котором уже служба судебных приставов давно отделена от судов. Суды решение принимают, и для суда закончено все. Все, вы выиграли 5000. И сидите. И никто ничего не выполняет. А вы заинтересованы в выполнении? Допустим. Ну и что будете делать-то? Я не знаю. Помогите товарищу, звонок другу. Что он надо ему делать, чтобы выполнилось решение суда? Что вот с меня взыскал 5000. Что должен? Ничего никто ничего вам не должен. Все блага в современной России носят заявительный характер. Вы никуда не пошли, ничего не потребовали, вам никто ничего не дал. Но как я пошел, суд выиграл. У вас решение есть? Есть. Получили его на руки? Будьте здоровы, в папочку положите его. Нужно в бухгалтерию сходить. А? В бухгалтерию сходить. И что? Вы пришли в бухгалтерию. У меня тоже там. Вот. Объясните, да. Что вы? Ну пришли в бухгалтерию, и что? Ну, показывайте решение, читаю. Ну, хорошее решение. Еще что? Ну, нужно с решением к приставам идти. Правильно. Пошли к приставам. Нет, вы не говорили, что вы говорили, что приставы сами должны исполнять. Вы пошли к приставам. К кому? К приставам по району. Смотрим. Свой район, так. Ну, там, к приставам, ко всем, что ли, вы, или кому-то? Исполнитель должен быть, один пристав. И к нему нужно обратиться, сказать. Откуда он возьмется-то? Вы куда придете? Вот вы пришли в службу судебных приставов. Да. Какой у вас район? Да. Вот Василеостровского района. И к кому вы пойдете? Кого будете искать? Ну, вот там в каждом кабинете кто? Да там все, там полно их сидит исполнителей. Вы к кому пойдете? К любому, что ли? Не, не к любому. А к кому вы пойдете? Который у меня. Как у вас нет? Мое дело. Никто ваше дело не ведет, его нету. Ну, вы первый раз пришли, так и нету его. Откуда оно могло взяться, это ваше дело? А вы с чем туда придете? Вы с чем туда? Никто ничего не передает. Откуда вы взяли, что кто-то что-то передает? Ну, потому что сколько? Это вы выиграли? Вы выиграли? Да. Ну и идите. А кому это надо? Больше никто не ходит. Вы с чем туда идете-то, к приставу? С решением. С решением? Они не будут брать у вас решение? Исполнительный лист. Ну. Вот это надо. А как вы исполнительный лист получите? Заявление в суд. Правильно. Вот заявление в суд. И вы еще должны получить исполнительный лист. Вот чувствуете? Вот люди знают, грамотные. Вот они 5000 получат, а вы не получите никогда. Значит, берете исполнительный лист, это надо получить у судьи. Но судья у вас, может, с вами разговаривать не будет, вам секретарь суда через неделю-две, если вы будете ходить туда и надоедать, то они, в конце концов, вам выдадут исполнительный лист. И вы исполнительный лист кому принесете? Получается, какому? Ну, там должен быть какой-то исполнитель.
Да там полно исполнителей. Там в каждой комнате сидят по 3 человека. Комнаты вот такие маленькие. Там эти, тысячи этих производств, и там вот так набито, как сельдей в бочке, этих приставов. И вы, конечно, к любому пойдете. Скажет, девушка, ну видите, я вот занимаюсь делом. Чего вы, это и вы, у меня этого дела нет вашего. Ну вот тот, у кого есть это дело, а? Тот, у кого это дело есть. Ни у кого нет этого дела. Откуда оно взялось у него? Они знать не знают про вас. Вот впервые вас видят. Откуда взялось дело-то? Но суд должен был предоставить. Ничего суд не должен. Чего вы взяли? Не должен ничего суд сейчас. Я вам разъясняю. Вот. Я вам разъясняю нынешний закон. Нынешнее положение в этих органах. Никто ничего вам не должен. Вы выиграли, идите и чего? Куда вы пойдете только? Не отрывайте только людей от работы. Объясняю, куда надо идти. Сказать? К старшему судебному приставу пришли, к старшему, не к исполнителю, к старшему пришли, сказать, я вот с исполнительным листом хочу написать заявление, чтобы вы поручили кому-то исполнять вот это производство. Возбудили исполнительное производство и начали исполнять. Он вас заберет и зайдите через неделю, я вам скажу, кто. Вот вы напишите, исполнительный лист он вас заберет, он единственный. Если он его потеряет, считайте, что все. Поэтому, прежде чем туда ему сдавать, сделайте, советую вам, на цветном ксероксе, потому что он неотличим. И отдали ему второй экземпляр у вас, и через недельку придете к судебному приставу. Да? Вот теперь считайте, что я судебный пристав ваш, которому уже старший судебный пристав начертал, что я буду исполнять, номер будет вашего дела по 5000. Все хорошо у вас уже идет, хорошо. Я буду судебным приставом исполнителем. Вы ко мне приходите и спрашиваете, ну как дела? Да вот, говорю, послал. Кому? Мне послали бумажку, если я работодатель, о том, что согласен ли я добровольно уплатить 5000. Что я пишу в ответ, как вы думаете? А? Согласен. Согласен. Естественно, молодец. Вот. Ну, человек, наконец, в теме он. А то он, вот, сейчас пойдут, сейчас штраф. Так, второй раз пишет он. Судебный пристав. Согласны ли вы добровольно выполнить решение суда в соответствии с исполнительным листом? А я опять пишу, согласен. Еще проходит 2 недели. Тогда судебный пристав пишет, вам 1000 рублей штраф за то, что вы не выполнили решение суда. Что я делаю? Мои действия какие? Что? Ну, какой вы быстрый. 5000, какой вы быстрый. А он ничего не надо. Ничего он не может заблокировать. Не может он заблокировать мне никакой счет. Не надо. Во-первых, я сразу пишу заявление в суд о неправомерных действиях пристава, судебного пристава исполнителя Иванова. И вас вызывают в суд, если вы пристав. И будем с ними судиться. Причем у нас будет трое, два адвоката, я и бедный судебный пристав, замученный тяжелой, так сказать, работой. И как вы думаете, кто выиграет? Работодатель. Молодец. А ваш судебный пристав проиграет. А ваши денежки плакали. Почему вы расцениваете действия судебного пристава как неправомерные? Он же судебный пристав. Он же исполняет, да. А ты где живешь? Вы кого? Чей защитник? Ничего. Вам доверенность дал судебный пристав на выступление в суде? Нет? Вот и молчу. А, дал? Тогда пожалуйста. А я хотел сказать, тогда не дал, как это помалкиваете. Значит, дал. Вот вы так и будете выступать. А мои будут выступать, что это безграмотные люди, ничего не понимают. Он нарушил мои законные права. Потому что пристав должен быть вот это сделать, он вот это нарушил, это нарушил, это нарушил. Да, прописано все. У него есть уже платформа, если я думал, в чем проблема. Вы все прочитали? Вы все про обязанности судебного пристава прочитали? Все? Не все, да? А вот мои адвокаты все прочитали и найдут, в чем у них, в чем у него недостатки. Я могу вам охарактеризовать нынешнюю судебную систему так. В ней, в процессуальном кодексе, есть такой процессуальный кодекс, гражданский есть кодекс, а есть гражданский процессуальный. В процессуальном кодексе сказано, что суд в современной России носит состязательный характер. Раньше вот Александр Иванович Басрыкин, который начальник Следственного комитета,
год назад предложил вернуть туда, чтобы писали, что суд выясняет истину. Не вернули. Суд носит состязательный характер. Вот мы с вами состязаемся, я вот профессор, а вы студентка. И посмотрим, кто у нас выиграет в суде. Посмотрим. А? В рамках закона все, состязаемся. Будут еще три юриста, вот, а с вами будет два студента. А? Значит, короче говоря, мораль, которую знают все толковые профсоюзные работники и толковые работники вообще. Нехай с богатым не судись, не судись с богатым. А что у вас? У вас оружие какое у работников? Какое вам оружие дал? Ну так а что вы тогда отвлекаетесь на всякую ерунду? Что вы болтаетесь по этим судебным приставам, вместо того, чтобы выдвинуть требования и добиваться? А требования у вас какие? А вас ограничивают требования? Нет. Что, вам 5 тысяч надо? Требуйте 5 миллионов. Что же 5 тысяч вообще? Мелкие люди. Нет, вы не все, извините. Ну. Что? Значит, еще раз, никакой надежды на этих приставов не надо питать. Значит, возвращаемся к тому, о чем я говорил, к выдвижению требований. То требования должны быть не пустые. Вот недавно был митинг. Недавно был митинг с пустыми требованиями. Значит, такие требования, что вот надо индексировать нам зарплату. Это хорошие требования, индексировать зарплату. Что такое индексирование, знаете? Что? На какой уровень? Я не спрашиваю, с чем связано, я спрашиваю, на какой уровень? Это я про вас скажу, что ваша деятельность связана с конфликтологией. Сильно много я рассказал. Я узнал, что вы конфликтолог, и после этого объяснил вам, что ваша деятельность связана с конфликтологией. Значит, на какой уровень-то надо собираться повышать? Вот индексация. Объясняю. Что такое индексация с точки зрения экономической? Вот у вас есть зарплата или стипендия, все равно. Что происходит с вашей зарплатой или стипендией в ходе в связи с инфляцией? Она, ее реальное содержание, то есть количество материальных благ и услуг, которые вы можете приобрести на нее, что? Сокращается. Вот функция сокращается. Вы требуете индексировать ее. Индексировать, значит, вернуть на тот уровень, который был год назад, вот на этот же уровень. Раз, и вам повысили, как вы просили. При этом вот этот треугольник-то вы потеряли. Этот треугольник возьмите вот эту величину инфляции, умножьте на этот период, и получите сколько денег, и поделите пополам, чтобы вот площадь треугольника, это будет сколько денег у вас уже забрали, сняли. Значит, дальше идет что? То же самое. Еще может быть более крутая инфляция. И вот тут вы опять дошли до того, стали бузить, требовать и добились в ходе коллективного трудового спора индексации. И опять на этот уровень. Вот это у вас отняли. Но это каждый раз вы добивались того, что требовали. Это большая редкость. Если вы требуете вот это, вот вы требуете, у нас потом идут переговоры. Потом я говорю, ну гайте все-таки, в конце концов, вы там бузили здорово, активно выступали, там то, все. Ну давайте компромисс. Компромисс какой будет? Вы требовали индексации, а компромисс будет, что поменьше. Поэтому у нас вот в итоге компромисс в следующий раз вот так вот опустилось, а поскольку вы требовали индексации, и мы достигли компромисса, то мы до этого верха не дошли. Вот сюда попадет ваша точка. Вот настолько будет повышена зарплата. То есть в итоге ваше реальное содержание стало меньше, чем несколько лет назад. Реальное содержание заработной платы. Снова идет уменьшение. И опять вы нашли компромисс, мы с вами. Вы выдвигали опять требования индексации, чтобы до этого уровня. Мы с вами нашли среднюю точку. Я пошел вам навстречу, вы пошли мне навстречу. Мы замирились и оказались вот в этой точке. Началось дальше убывание. Итого, вот эти точки идут куда? К умыванию. То есть вместо повышения уровня реального содержания зарплаты, те люди, которые выставляют требования индексации, получают ухудшение своего материального положения и понижение уровня реального содержания зарплаты. Поэтому
Вот мне приходилось неоднократно это объяснять. В том числе на заседании Российского комитета рабочих и так далее. Нет, опять вылезает, дайте нам, давайте индексируйте. Что нужно требовать? Открываем Трудовой кодекс. Статья 130 и 134. И в 130 и 134 говорится, что государство обеспечивает, гарантирует повышение уровня реального содержания зарплат. Что такое повышение уровня реального содержания зарплаты? Значит, вы должны, если вы работодатель, мне обеспечить больше, чем в прошлом году. А не на уровень прошлого года. Больше. А насколько больше? Вот это кодекс не говорит. Вот в Трудовом кодексе в 134 статье написано, сама она называется так, обеспечение уровня реального содержания заработной платы. То есть я, если я работаю, обязан обеспечить повышение. А что значит? Если она копейку вам больше, чем инфляция дает, там съедает. То есть я должен покрыть инфляцию всю, уже тут никаких вот таких не может быть вниз. Я должен покрыть инфляцию и копеечку вам еще. Вас устраивает это дело? Поэтому если вы только держитесь вот этого положения, которое записано, и не записали себе в коллективный договор или в соглашение по коллективному трудовому спору, по итогам коллективного трудового спора, в требования не записали, что вам нужно повысить на индекс инфляции плюс сколько процентов-то? Сколько вы требуете от меня? Ну ничего я не повысим вам. Он сам вообще не хочет, чтобы ему что-то повышалось. Нам такие работники нужны. Чем больше таких работников, тем я богаче. Бедные должны помогать богатым, потому что если бедные не будут помогать богатым, то не будет ни богатых, ни бедных. Вот, вот есть так, тоже не менее скромный человек, который недавно получил золотой парашют 200 миллионов в связи с увольнением. Уволили, а он в случае увольнения по трудовому договору, который он написал, и который провел через совет директоров, это председатель совета директоров Ростелекома, получил 200 миллионов. И 32 миллиона премий за хорошую работу. А вы вообще, что это? Тут прокуратура пытается с него взыскать, а вроде говорят, а все, говорит, он работник, у него трудовой договор такой был. И это причем государственная компания Ростелеком. У него убыток несколько миллиардов. Убытки. На фоне этих убытков по 200 миллионов выплачивает, хоть бахны. Потому что люди умеют формулировать себе и записывать куда надо. А вы не умеете формулировать, не записывайте. Что? Не выходи, уходите из конфликтологов тогда. Пришел в конфликтологи и не конфликтует с теми, кто делает что-нибудь грязное, какое-то черное дело. Вы собираетесь с ними конфликтовать или собираетесь с ними дружить? С подлецами, жуликами, тунеядцами? Конфликтовать или дружить будете? Если вы их друг, то мы будем с вами конфликтовать. Правильно? У нас позиция будет. Почему они жулики-то? Все-таки справедливость рождается в борьбе, вот и все, я не позволен это делать. Справедливость в борьбе с жуликами рождается. А у вас в борьбе с кем? Шариками воздушными? Ну, как вы ходите и прокалываете их, что ли? Почему они жулики? Я согласен, что они не просто жулики. Жулики вас время от времени обманывают и отбирают что-то. И грабители, и воры. Вот залезли к вам в сумочку и утащили. А если речь идет о систематической эксплуатации, то вот вы работаете 8 часов, на себя 3, потому что я вам уплачиваю зарплату, которая эквивалентна 3 часам вашей работы. А 5 часов, видите, у меня тут вот сколько карманов по сравнению с вами, то туда все закладывают. И это я не жулик и не вор, потому что вор иногда только ворует, а я каждый день забираю 5 часов работы. Это проверяет, можем ли мы, могу ли я читать лекцию без бумажки, и можете ли вы ее воспринимать тоже на слух. Все нормально. Свет потух, поэтому сейчас идет запись нашей лекции. И товарищи, которые будут ее смотреть в записи потом, должны понимать, что иногда пропадает электричество, потому что Чубайс всемогущ. Он же уничтожил единую электрическую систему страны и сделал генерирующие компании. Вам в школе что объясняли? Кто вырабатывает? Как вырабатывает электрический ток? Генераторы, да? А теперь вырабатывают генерирующие компании. В одну сторону идет ток, а в другую сторону деньги идут. И на эти деньги, вместо того, чтобы отремонтировать, эти деньги укладываются в карманы. Например,
авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла потому, что требовалось 15 миллиардов на ремонт сделать, потратить, а потратили 7,5 миллионов. Рублей. Миллиардов. Какие миллионы? 7,5. И она, естественно, разрушилась и убила 70 человек. И нанесла ущерб гораздо больше миллиардов. А те, кто ремонтировали, оказались родственниками руководства этой самой Русгидро. Руководство Русгидро, которое принадлежало этой самой Саяно-Шушенской ГЭС. Так что это тоже все, так сказать, не случайно. А вы вот со своими 5000 тут как-то, да. Значит, понятно, ответ на ваш вопрос такой, что защищать свои интересы, в том числе и выполнение коллективного договора, и выполнение всех соглашений, тоже нужно с помощью коллективных трудовых споров, которые либо заканчиваются забастовкой, либо представляют собой угрозу забастовки. Правильно? Если вы выдвинули требования и начинаете осуществлять процедуру коллективного трудового спора, то эта процедура ведет к чему? К забастовке. А что такое забастовка? Кто-нибудь может сказать? Утрата денег. А? Что такое забастовка? Не слышали такого слова? Слышал. И говорит, я говорит, конфликтолог, что у меня. Я конфликтолог, что у меня спрашиваете? А? Что такое забастовка? Ну, это выражение недовольства. Выражение недовольства, я плюнул, вы плюнули в мою сторону. Отказ от работы. Ну да. Отказ от работы? При этом на рабочем месте люди не работают, они с ним сидят. Отказ от работы. То есть я, вот вы говорите, я отказываюсь они работать. Да. Идете и скажете, да? Они не отказываются. Они выдвигают определенные требования. Так. Соответственно, если их требования не удовлетворяются, они просто на определенное время либо снижают темп производства, либо, в принципе, прекращают именно трудиться, находясь при этом на рабочем месте. Да, ну, в целом правильно. Значит, это. Но есть у нас формулировки такие, поскольку это уже юридические вопросы, да? Вопрос о забастовке прописан в законе. Вот я вам говорил, что у вас основной документ по социально-трудовым конфликтам – это Трудовой кодекс России. Там вся процедура коллективного трудового спора расписана. Забастовкой. Не в смысле, как мы думаем, или что люди пишут, и что думают отдельные экономисты или юристы, а в том смысле, какой записан прямо в кодексе, называется частичное или полное прекращение работы в целях удовлетворения требований. Вы близко к этому подошли, но не совсем точно. Частичное или полное удовлетворение, частичное или полное прекращение работы. Это соответствует Конституции? Соответствует. Конституция дает право на забастовку, отказ от работы, если это не удовлетворяет вашим, так сказать, требованиям. Почему? Потому что у нас непринудительный труд. Вот если бы вы у меня были крепостным крестьянином, меня не интересуют ваши требования. Будете требовать, у нас есть там вот начиной такая форма услуг, что я сам-то не буду вас бить. Я имею право как помещик, но это как помещик. Вот как капиталист уже вот не имеет права капиталиста кого-то пальцем тронуть, правильно? Вы же свободный гражданин? Свободный. Так вот, если вы свободный, так я не могу вас заставить работать при любых условиях. Если вы, так сказать, вот коллективно принимаете такое решение, значит, и соблюли все нормы, которые предуказаны законом, вот такая, значит, ситуация. Вывод, ответ на ваш вопрос, что все, не надо надеяться ни на какие нормы закона. Вам дано право на забастовку, вот это ваша сила. У вас другого средства нет у работника. Нету. Это все хождение по судам, будете только нервны, и у вас будет голос дрожать. Плохо будете спать, плохо себя чувствовать. Вот и весь результат. Видели, каких вот кто-нибудь выиграл? Вот кого-нибудь уволят, он через полтора года выиграет. Вот просто возьмут и уволят вас. А вы пойдете в суд и выиграете. И полтора года вы мыкались, по судам ходили, потом вас восстановили. Что делают обычно люди? В это время вы уже нашли какую-то работу другую, правильно? И что вы пойдете туда ко мне? Я же через 10 минут вас снова уволю. Вы же понимаете?
Интересно, а со мной что делать? Я напишу, и опять будете полтора года я ходить. Я, разумеется, не пойду к вам больше. Не пойдете, и вы попросите суд переписать. Вот туда, вы, значит, с меня получите деньги. Вот за вынужденный простой, за полтора года. Так? И вам перепишут в трудовой книжке, что вы не уволены, а что вы по собственному желанию ушли теперь. Но ушли вы по собственному желанию с какого времени? С момента уже, когда суд принял свое решение. Вот теперь вы ушли по собственному, то есть это все время вы находились на работе, он вам работу не давал, значит, он у вас был вынужденный прогул, денежки вы с него стрясли, и после этого вы уходите. Так обычно люди и делают. Потому что никакого смысла вот опять приходить на эту работу вам нету. Вы меня уже видеть не можете. Неужели вы ко мне пойдете? Правильно? Я правильно понимаю? Ну, вообще нет, но... Не, ну пока у нас не было с вами зачета, вы, может, еще пока меня воспринимаете. Это во-первых. Во-вторых, я не ваш работодатель, правда? Я вас не эксплуатирую. Я вам передаю знания, вы их потребляете. Вы же потребитель знаний, поэтому у вас другая задача. Вы как бы на перу. Конфликтологическом, верно? То есть я как повар тут вам раздаю, а вы это дело поглощаете. А и наоборот, будет пир у меня на зачете. Вы будете рассказывать, а я буду сидеть, как вы сейчас, и слушать, что вы мне будете говорить. Вот это будет алаверды. И это будет скоро. Когда у нас зачет-то? Тоже интересуемся. Да, значит, вот у нас конец когда? По-моему, 12-го. Значит, через неделю. После 12-го, 19-го будет у нас зачет. В это же время и в этой же аудитории. А как он будет проходить? А? Как он будет проходить? В основном, Как будет проходить? Всем не зачет. Шутка. Проходить будет так. Вы пишете на листочке ответ на один вопрос из тех вопросов, которые даны в программе. Я их вам давал, программу, да? Нет. Кто нет? Не надо. Не надо. Мы юристы. Давал тем, кто пришел на первое занятие и был. Вот у них получайте. Получайте, переписывайте. На дисках было дано. Значит, один вопрос вы из этого выбираете. Любимый. Это такая мягкая форма зачета. На выбор. Это вам только кажется. Это же все обман, все идет. Все это обман. Вот вы выбрали ее, да? А потом я нашел у вас недостатки. Так, это у вас был любимый вопрос. И вы его не знаете. Значит, остальные вы тем более не знаете. Все, не зачет. Это страшное дело. А на вид кажется, что ой, какой добрый дяденька. Все с подвохом у нас, в нашем мире. Но я предупреждаю, что у меня есть право. Кроме того, что вы напишете, я посмотрю, как вы написали. Вы видите, что когда вы мне что-то даете, бумажку, я всегда смотрю на нее. И подпись там есть ли, или вообще что там написано. Но я еще и спрошу. И по другим вопросам. Понятно, что зачет-то по всему курсу. Но если так человек хорошо написал, и я убеждаюсь, что он это понимает, что написал, что это он написал, а не его спичрайтер. Этим спичрайтером может быть интернет. После этого я ставлю зачет. И все. Ну, с учетом того, как кто участвовал, так сказать, вот в обсуждении и в работе на семинарах. Вот я знаю, что вы участвовали, и вы участвовали. Мы с вами полемизировали. Вообще, вы подошли почти вот к тому, что написано в кодексе. Самостоятельно. К открытию, можно сказать. А вы не подошли. Ничего, мы в тюняшках, мы пробьемся. Пробивайтесь. Ну, что-то вроде, да. Пробивайтесь, да. Так. Итак, вот это наше. Я бы, если бы это не, вот этот вопрос был бы не по теме нашего обсуждения, я бы уклонился от этого, когда он сбивает, так сказать, нашу лекцию. Он не сбивает нашу лекцию, он говорит о том, что требования настолько важны, потому что никаким другим путем, кроме выдвижения требований и организации коллективного трудового спора или угрозы, работники добиться не могут. У них другого средства просто нет. У вас есть миллиарды долларов? Нету? Я тоже заинтересован в чем. Не лежат там миллиарды долларов? Нет. Так. Поэтому, если неправильно сформулированы требования, это пустое. Например, на той же самой Светлане, где в 90-е годы была такая ситуация, что на счету нет ничего. Ничего нет на счету. Приходили люди с мешками наличных,
и говорили, нам надо сделать вот это. А Светлана, там квалифицированные люди, прекрасные работники, инженеры. Они вам все, что угодно сделают. Там сейчас Светлана разбита на разные кусочки. Есть такой кусочек, как Светлана машиностроение. Есть светодиодное производство и так далее. Вот вы сделаете, вам и заплатят. И вот нескольким работницам не заплатили. Они все сделали, им не заплатили. Они подали на руководство в суд. И в суд написали заявление, что требуем выплатить за ноябрь. И вот для того, чтобы подать заявление в суд, надо было пойти в органы статистики, узнать, какая инфляция, потому что они подавали в суд с учетом инфляции и так далее. Все это оформили и выиграли. Выиграли, а на счету-то денег нет. Судебный пристав исполнитель, так сказать, начал исполнять. Смотрит, а нет на счету. Ждем, когда появится на счету. А когда появится? Полгода не появляется, год не появляется. А приходят люди, платят деньги, работа идет, а на счету ничего нет. Это трудно, что ли, убрать со счета деньги? Вы со мной собрались судиться. Я раз и передал вот ей на счет, переслал. Имею право? Да. Ну и все. А если я имею право ее попросить, она имеет право мою просьбу удовлетворить и со своего счета заплатить за какие-то работы, которые мне нужны. Ну, в порядке дружбы и сотрудничества наших фирм. А вам, дорогой товарищ, и вашим судебным приставам исполнить. Нечего делать. Не ошибаюсь. Я Михаил Васильевич, лекция перед вами. Вот. Сидят эти работницы, выиграли суд. А в это время выплачивают уже. И за октябрь заплатили, и за ноябрь, и за декабрь, и за январь, и за февраль. Ну, да когда вы думаете, требования выставляете, вы думаете, что, вот, скажем, было бы требование такое, что платить каждый месяц вовремя. Это одно дело. А если вы только требования выдвинули платить за ноябрь, вот за ноябрь вы и за ноябрь-то не получили, а других вы не выставляли, и все. Поэтому если люди начинают коллективный трудовой спор, и у них готов вот проект коллективного договора, и они за него тратят силы, время, нервы, потому что что такое коллективный трудовой спор? Это нервы в том числе, правда? Это не так просто его сделать. Вот если у них в качестве требования вот взять, вот все это записать и сказать, что вот у нас требования такие, принять вот этот проект коллективного договора. Вот это требование. Или что-нибудь, что на это тянет, что серьезное такое. Например, сейчас у нас забастовка в Ленинграде. Бастует предприятие «Анталин», которое выпускает комплектующие для автомобилей. Испанская фирма «Анталин», испанские хозяева, наши рабочие. 100 человек. Вот они забастовали. Требования такие. Индексация плюс 30%. Зарплату повысить на индекс инфляции плюс 30%. Не 2, не 3, не полпроцента, не копеечка, а 30%. Это сейчас требование было включить свет. Все удовлетворили. Или по рабочему времени 36 часов в неделю требуют. Потому что интенсивность колоссальная, на конвейере работать, в условиях вредности и так далее. 36 часов. Ну вот это требование, за которое только на них накинулись, как дикие звери, полиция приходила, мешала им осуществлять коллективный трудовой спор. Я вот, например, направил письмо президенту, как президент фонда рабочей академии, я направил письмо о недопустимости с просьбой принять меры к тому, чтобы органы правоохранительные не вмешивались в осуществлении конфликта трудового, который предусмотрен нашим законодательством. Прокуратура восстановила 19 человек уволенных. То есть конфликт очень сильный. Более того, в эту субботу в 10 часов утра собирается большая масса людей в поддержку рабочих завода «Анталин» и пойдет маршем до Марсового поля. А на Марсовом поле состоится митинг в поддержку забастовки рабочих завода «Анталин». Так что вы можете, так сказать, в порядке, так сказать, изучения социально-трудовых конфликтов, то, что такое по серьезным требованиям конфликт, и серьезный конфликт, вот, сходите посмотреть. Там будут люди выступать с самого завода, а иначе каких-то возможностей попасть на завод. У меня раньше была возможность
У меня был пропуск на первый контейнерный терминал. Пропуск надо получать через, в том числе через ФСБ, который руководит границей нашей. Потому что это граница. А сейчас у меня такого пропуска нет. Например, я ни в какой завод попасть не могу. На заводе кто сейчас охраняет? Частные охранники. Частные охранники не заинтересованы в том, чтобы туда приходили и что-то там делали. Поэтому такая возможность повидать хотя бы тех людей, которые бастуют, вот такая редкая, вот она имеется и будет в эту субботу. В 11 часов на Марсовом поле. Значит, эта тема о том, что движение требований очень важно, вот будем считать, что мы ее с вами разобрали. Что это очень важно, а не менее важно выполнять те задания, которые были даны. Есть у нас люди, которые изучали коллективные договоры, написали? Есть. Вот вы мне сдали, да, я все прочитал, очень хорошо, у меня на кафедре лежит. Вам, если надо вернуть, то вы можете со мной зайти после занятия, я вам отдам. Так. Каменев. Каменев. Вы специально написали, чтобы сказали вашу фамилию? Нет? Что-то такое, такое что-то написано. Больше похоже на подпись. Подпись вы можете как угодно писать. А расшифровывать надо так, чтобы было понятно. Так. Конфликтологический анализ коллективного договора. ЗАО «Первый контейнерный терминал». Название хорошее. Так. Предложенный для анализа коллективный договор закрытого акционерного общества «Первый контейнерный терминал» представляет собой на 2008-2011 годы представляет собой правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации, заключаемый работник работодателя в лице их представителей. То есть коллективный договор содержит все подробные и точные инструкции, договоренности и условия, при соблюдении которых возможно нормальное функционирование организации. Это очень хорошо. Правильно? То есть вот коллективный договор нацелен на то, чтобы и производство шло и развивалось, потому что от этого производства зависит и прибыль предпринимателей, и хозяина, и заработная плата работников. Так? Представление которых возможно нормально функционирование организации, снизив к минимуму конфликтный потенциал и возможные противоречия внутри самой организации. Чем подробнее и, сказать, этот коллективный договор, чем лучше там условия для работников, чем вполне они охватывают весь комплекс вопросов, по которым могут возникнуть конфликтные ситуации, тем меньше конфликтов. И посмотрите, как это делалось. Сначала имеется первая часть, это коллективный договор в общем, в целом, а потом по тем вопросам, по которым могут возникнуть самые разные конфликты. По этим вопросам проводятся переговоры, заключается соглашение, подписывается двумя сторонами. И по эти вопросы урегулированы. А коллективный трудовой спор это что? По определению? Спор между работодателем. Как он определяется в трудовом кодексе? Ну, если вы говорите конфликтологический анализ, вы должны юридические формулировки помнить? Юридические, не те, которые вот мы там просто высказываем, а те, которые в законе есть, правильно? Это неурегулированные разногласия сторон. Неурегулированные, а это урегулированные, и все. Раз урегулированные, все, нет там, конфликта нету. Нет конфликта, нет трудового спора по этим вопросам. Это исключает другие споры по другим вопросам? Нет. Но если он вот такой вот объемный, то этих уже возможностей для конфликта и почвы для конфликта уже довольно мало. Поэтому там другие отношения. На этом вот терминале самая высокая зарплата в порту. Ну так, соотношение примерно такое. Если на других терминалах 60, там 80-90. Большая разница. Большая. Так, все правильно написано. Данный коллективный договор, действующий в соответствии с Трудовым кодексом, ну еще бы не хватало, чтобы он был не в соответствии. Это я бы это выкинул, потому что если бы он был не в соответствии с Трудовым кодексом, то те положения, которые не соответствуют, недействительны по закону. Поэтому это пустая, так сказать, вот в этом смысле фраза, ненужная. Направлено на то, чтобы улучшить и обезопасить условия труда, а также трудовую и прочую деятельность работников организации. Да. Исходя из этого, следует, что данный коллективный договор в первую очередь представляет интересы работников. Неправильно.
Почему в первую очередь? А что, так сказать, вот и вы у меня работники. Я что хочу, чтобы вы работали, или я хочу, чтобы вы все время будили, недовольные ходили и делали по принципу «на-подавить». Так работодатель тоже заинтересован? Насчет первой очереди это вопрос спорный. Просто работники... Однако же важно отметить, что работодатель в целом также заинтересован в наличии и соблюдении настоящего коллективного договора, так как основными интересами работодателя является отсутствие конфликтов внутри организации, ее нормальное, адекватное функционирование и полномерное развитие, а также достижение максимальных доходов организации каждого работника. Все правильно. В приложении к коллективному договору детально рассмотрены организационные моменты, связанные с деятельностью работников в организации. От норм труда до выполнения определенного вида работ, до норм выдачи пищевых продуктов, спецодежды, размеры надбавок, выплат, премий и иных организационных моментов. Данные положения, соглашения и инструкции способствуют прояснению и урегулированию потенциальных конфликтных ситуаций. Все правильно. Кроме того, важно отметить, что стороны, заключившие коллективный договор, готовы решать возникающие разногласия, споры, конфликты, связанные с выполнением настоящего коллективного договора, посредством переговоров, действуя согласно законодательству РФ. А если бы они этого не написали, они бы не согласны законодательству бы регулировать? Согласны законодательству. Это вот это такие вещи, которые, так сказать, можно всегда писать, а можно никогда и не писать. Я понимаю, главный упор делается на переговоры. Ну, на переговоры, ну, ясное дело, что... Вот я сейчас могу сказать, я пойду домой по окончании лекции. А могу сказать, я пойду домой, руководствуясь правилами уличного движения. Я много прибавил? А вы когда домой пойдете, вы не будете руководствоваться правилами? Или вы потенциально опасный пешеход? Ну вот и делайте, это главный упор. То есть не надо эти пустые. То есть надо вообще учиться писать поменьше пустых всяких фраз. Пустые. Вот мы, говорит, здесь сидим с вами в Санкт-Петербургском государственном университете в строгом соответствии с законодательством. А вот если вы пересядете на этот стол, это будет соответствие законодательству? Будет. Будет. Будете вы пересаживаться? Не будете пересаживаться. Но я могу описать. Если вы пересадите вот сюда, это тоже будет соответствие законодательству. Если я буду вот не здесь стоять, а вот здесь стоять, это тоже будет соответствие. Ну что мы это будем расписывать? То есть давайте такие фразы писать тогда, когда речь идет о нарушении или не нарушении. А тут о чем идет речь? Важно отметить тот факт, что большая часть обязанностей и обязательств по выполнению условий настоящего коллективного договора лежит на работодателе. Большая часть по количеству перечисленного, основная, а весь труд, то есть весь труд лежит на работниках. То есть работникам помыкает на работе каждый любой начальник, начиная с генерального и кончая его начальником участка и бригадира. Правильно? Поэтому что значит большая часть лежит на работодателе? Ну и по данному коллективному договору он же с работниками, а работниками выполняет всю работу. А все остальные представляют работодателя, который получает основную часть доходов, а работники получают меньшую часть доходов. Более того, работодатель на всех переговорах скрывал, какие доходы он получает. Почему? Потому что ему стыдно было это сказать. На фоне того, что он не соглашался. А? Там один из пунктов есть, что работодатель обязан предоставить, наверное, социальные гарантии. Обязан, он никогда ни разу не предоставил. Я присутствовал на этих переговорах, ни разу. Я вот один из авторов 24-го приложения, поскольку там с математикой, и вот я помогал ему его составить. Не оставил ничего. Встает вот какой, встает товарищ Федотов, и, который, так сказать, возглавляет соответствующий, первый заместитель председателя по правкома докеров, и говорит, что вы обязаны, вот как вы обязаны представить. Директор по финансам говорит, военная тайна. И что вы будете делать? Ничего. Они ничего и не делали. Потому что это, вы давайте, а не будете повышать, мы будем бастовать. Вот и все. Что за ними гоняться? Ну не предоставь. Вам это надо? Вас интересует, сколько я получаю? Нас интересует, чтобы мы получали больше. Конечно. Мы и так знаем. Что, мы не знаем, какие примерно зарплаты у топ-менеджеров компании? Ну какие у нас? Газеты читали? Сколько зарплаты у топ-менеджеров? Проценты идут от прибыли компании. Ну, это другой вопрос. Ну, зарплаты какие? Ну, 200 тысяч. А в банках 300 тысяч. А у руководства Сбербанка, куда все старушки последние относят, гробовые, сколько?
3 700 000 в месяц. Зарплата плюс бонусы. Я вам про, только что говорил про выходное пособие в 200 миллионов. Так. Однако же в данном коллективном договоре никак не прописана ответственность сторон, в том числе и работодателя, за нарушение договора. Потому что в этой компании очень хорошо и работодатель знает, и работники знают, что если вот он не будет выполнять, то и работы не будет. Будете давать разбавленную зарплату, будем давать разбавленную работу. Поэтому что прописывать? Это, так сказать, как бы... Потому что все эти хорошие коллективные договоры являются всегда результатом коллективных действий. Всегда. Потому что просто так, вот я работодатель, вы мне, значит, написали бумагу, из которой следует, что я должен 150 миллионов потратить дополнительно. И думаете, вот вы на меня, ну ладно, вы на меня посмотрели, и я прямо так 150 миллионов и выложил. Вы что-то должны как-то тут предпринять. А вы не просто посмотрели, а намекнули, что все будет хорошо. Вам придется это сделать. Так без, хотите без мучения или с мучениями? Потому что вот когда руководитель организации вот заглянул в окно, а там вот так едут машины, так, едут так, как в фильме, медленно, чтобы не нарушить технику безопасности, никого не задавить. И корабль не вошел вечером в морской канал. Не успели разгрузить. Все по закону. Все строго по закону. Как вы учили? Все строго по закону. Я обязан соблюдать все нормы. Я сейчас прихожу на работу и читаю внимательно. Все там, что я должен делать, как куда ходить, все исполняю. А вы сидите и ждете, пока я все это исполню. Так. Отсутствие подобного пункта может способствовать возникновению противоречивых и конфликтных ситуаций. Конечно, может. Они обязательно будут. Вы конфликтолог, вы как считаете, всегда должна быть бесконфликтная ситуация? Иногда конфликт является способом осуществить законные и справедливые интересы какой-либо стороны. Правильно? Вот интересно, вы, значит, не выучите вы самую программу, придете на зачет. У нас конфликт будет с вами, я сразу предупреждаю. Причем в этом конфликте кто пострадает, вы или я? Я тоже пострадаю, скажу, что же у вас, Михаил Васильевич, вот такой хороший человек и взял и не получил ни зачет. Я говорю, ну что я могу сделать? Я пострадал, мне могут сказать. Александр Иванович скажет, что же вы так, Михаил Васильевич, так преподаете, что у вас вот товарищ, или хороший студент, он получил, не получил зачет. Нехорошо, но вы больше пострадаете, согласитесь. Значит, мы упреждаем это дело, у нас сейчас как бы договоренность идет на бесконфликтной основе, что мы все готовимся. Мы сейчас же заготовимся к зачету, правильно? Мы зачем это все разбираем? Мы это разбираем, чтобы свободно и легко выступать на зачете. Это мы сейчас, часто уже безответственные ваши ответы. Вот вы мне что хотите, то и сказали. Сейчас-то какой? Что сказали, то и сказали. Сейчас зачета нет, а на зачете там вот все в строку. Так. Подводя итоги, можно сказать, что данный коллективный договор в целом способствует позитивному взаимодействию сторон. При условии соблюдения обеими сторонами настоящего коллективного договора в организации будет создана комфортная атмосфера для труда, а потенциально возможные конфликты будут разрешаться мирным путем, посредством переговорного процесса и в соответствии с трудовым и иным законодательством РФ. Ну, очень хорошая у вас работа в целом, как вы пишете. В целом очень хорошая. Несмотря на отмеченные недостатки, в целом она отвечает требованиям, предъявляемым таким работам, и вы заслушиваете высокой оценки за написание такой работы. С чем я вас и поздравляю. Кто еще хочет получить высокую оценку устную? Так. А? Вспомнили, что философский входит? Вы-то забыли. У вас конфликтологический анализ. А здесь и то все есть. Смотрите. Санкт-Петербургский государственный университет. Могли сверху правительство Российской Федерации написать. Знаете, печать какая у нас? Нет, не видели? Да, философский факультет, кафедра конфликтологии. Анализ коллективного договора закрытого акционерного общества, первая книга, как красиво. Учитель. Это уже единственное, что вот неплохо бы прочитать еще и то, что вы напечатали заголовок. Почитайте, пожалуйста, внимательно. Я знаю, там отпечатка одна буква, в тексте правильно, контейнер. Ничего, ручки у вас нет? Есть. Разве автор не обязан исправлять недостатки, если он их заметил? Если не заметил, я понимаю, теремин.
А то у меня будет две буквы. Вместо зачета написал случайно, не зачет. А вы говорите, что вы написали? А я мне неправильно написано. А вы сказали, ну исправьте, пожалуйста. Я говорю, хорошо. А если вы не просите, так может вам надо. Может вы хотите быть жертвой. Ну кто должен собой пожертвовать? И вы тогда будете его любить, защищать и так далее. Так. Ну вот. Вместо конвейерной, теперь контейнерной. Уже лучше. А терминал не хотите исправить вместо на терминал? Может, на криминал исправите? Терминал. Это на подходе борьба идет. То есть красиво сделано, но с ошибками. Но у нас же конфликта нет, правда? У нас все хорошо. Мы исправляем. Работу выполнил студентка третьего курса. Студентка с большой буквы. Это правильно. Самохина Екатерина Андреевна. Преподаватель Попов Михаил Васильевич. Хорошо. Санкт-Петербург, 2013. Все. Знаем, кто, что, где. Так. Абзаца нет. Ну все без абзаца. Вы книги видели без абзацев? Это же философский факультет, Санкт-Петербургский университет. Ну, абзацы надо ставить. Очень вас прошу. Нет, я обязательно не могу, конечно. А вы скажете, вот буду писать без абзацев, и все. Ну, пишите. Это не является основанием для того, чтобы вам что-нибудь понизить. Поэтому я могу только обращаться с призывами. Не могу вынуждать, могу побуждать. Призывать. Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий трудовые отношения в организации, содержащий обязательства взять на себя организацию и коллективом. Да? Коллектива нет. Законодательства нету. Вы можете написать, но я просто сообщаю, что слово «коллектив» нигде не найдете, его вымороли совершенно. Остались коллективные переговоры и коллективный трудовой спор. Коллектива нет, а коллективные переговоры есть. Коллектива нет, а коллективные трудовые споры есть. То есть, в принципе, по существу вы правы. По форме сказать, нет никакого коллектива, есть работники. Россыпью. То есть, как бы работодатели хотят их разъединить, а вы их хотите соединить. У вас мысли правильные. Мысли правильные. Но не всем может понравиться. В данном коллективном договоре рассматриваются права и обязательства трех сторон. Внутриорганизационных трудовых отношений работников, правоком. Как это трех сторон? Интересное дело. Как это трех сторон-то? Работники, профсоюз, он представитель работников, представляет работников. Это же другая сторона. Вот если я ваш представитель, я другая сторона, третья. Он как институт просто, как сторона же. Я, но он не другая сторона. Как институт, да, но две стороны. И они, посмотрите, вот две стороны обозначены, а вы говорите три. Ну, написано, вот есть сторона, между кем заключен? Читаем. Между работниками, там, в лице вот этого самого профсоюзного комитета или единого представительного органа. И, ну понятно, и работодателем. Тоже в лице кого? Генерального директора. А через генеральное не лицо. Еще тогда. И вот генеральное тогда четвертое лицо. Ну вот, написано. Генеральный директор тогда вообще не лицо. Есть организация, раз лицо. Генеральный директор, два лицо. Есть один правком, есть другой правком. Уже сколько? Четыре. Еще работники. Пять я уже насчитал. Так если мы так далеко пойдем. Значит, две стороны. Это неправильно. Изучая этот документ, нельзя не отметить следующего достоинства. Вот можно так сказать. Изучая то, что вы написали, нельзя не отметить, что то, что вы написали, это хорошее дело. А мог бы я так сказать. Изучая этот документ, хочется отметить следующего достоинства. Что лучше написать? Нельзя не отметить. Или хочется отметить. То есть так вот мне даже хочется, а так нельзя не отметить. Меня прямо отберут за шиворот, заставляют отметить. Нельзя не отметить. Вас кто-нибудь заставлял? Ну так а что такое? Так выбрали такое. Это отрицательная форма. Вот вы можете про меня сказать. У нас преподаватель не дурак. Ну это правильно будет в целом. Ну лучше бы, наверное, как-то. Вот вы сказали, что я просто умный человек, больше ничего не знаю. Нет, вы говорите, что он не дурак. То есть, если надо идти гулять, мне-то находить дурака, приводить сюда, показывать. Вот это, видите, говорит Михаил Васильевич, он не такой, как этот. Это как-то сложно. Я вас призываю к упрощению. Но это придирка. Ну, вы знаете, что я придираюсь ко всему. Мы же конфликтологи, только дай поконфликтовать. Все время конфликтуем.
Ну и при этом сохраняем теплые и дружественные отношения. Так. Работодатель обязуется соблюдать трудовое законодательство. Ну, это еще не хватало. Зачем это писать? А если он не обязуется, что он не обязан соблюдать? Это пустые слова. Пустые. Это можно выкинуть. И данный договор. Вот данный договор, да. Вообще его договор коллективный тоже. Он обязуется по закону тоже. Тоже это, в общем, тоже можно не писать. А также не допускать любую дискриминацию работника. Любую дискриминацию он тут не обязан. Это он по закону дискриминация. Там написано не допускать любую дискриминацию. А в законе этого не написано. Это вот я же говорил, что в коллективном договоре могут содержаться пункты лучше, чем в законе. А в законе написано, что нельзя дискриминировать. Вот если вы надели тельняшку, вас нельзя дискриминировать из-за тельняшки, скажем. Те люди, которые в тельняшке, они у нас признаются даже еще и круче. Потому что матросы у нас зимние брали. Поэтому что тут мы будем дискриминировать? То есть это все в законе есть, поэтому это не характеристика коллективного договора. Это коллективный договор, когда его писали, вписали что-то из закона. Это нет никакого нарушения, но и нужды особой нет. Мы об этом уже говорили. Организация способствует участию работников в управлении ей. Да, это хорошо. Сокращение численности работников производится только по согласованию с правком. Очень хорошо. При сокращении штата предусмотрена защита некоторых категорий работников, например, получивших увечья в организации, матерей-одиночек, работников, которым осталось менее 2 лет до выхода на трудовую пенсию. Важно? Очень важно. В случае банкротства организации работодатель обязуется принять меры к трудоустройству работников не менее чем на 90% рабочих мест. Где вы такое знаете еще? Вот где-нибудь обанкротил сейчас вот MasterCard. Все, до свидания. То есть хорошо, агентство по страхованию вкладов теперь, после того, как много раз грабили народ, оно обязуется ваш вклад погасить, вам выдать в размере до 700 тысяч. Ну, для присутствующих, я думаю, это достаточно. У меня, например, 1000 рублей на лежит. Вот. Ну, а у кого, скажем, он на квартиру копил, семья всю жизнь. Рим Саид, я перезвоню, сейчас лекция. Кто копил всю жизнь и вот квартиру положил в этот банк, 2,5 миллиона. Ему раз и 700 тысяч. И будьте здоровы. Все. И квартира больше не светит. Но он же знал, на что идет. А? Он же знал, на что идет. Он же знал, что страхование только до 700 тысяч. А что делать? Было разбито на несколько. Да, он дурак. А Тима, а этот MasterCard молодцы. Рим садит, но у меня сейчас лекция, я перезвоню. Ладно? Угу. Что с MasterCard? А? Банк лопнул. А тут, 90, тут конкретные меры, что вот обязаны трудоустроить. Причем вроде бы как работодатель сказал, я ничего не знаю, меня это не касается. Нет, вот работодатель должен, у него есть контакты с другими организациями, он должен думать, как пристроить людей. 90%. Ну, 10% пусть сами поищут. Ну, это, в общем, вот компромиссный такой вариант. Но поскольку работодателю надо 90% пристраивать, у него желание банкротить уже нету. Потому что если мне никого не надо пристраивать, я... Что такое означает банкротство? Деньги есть? Нету нисколько. Что за студенты пошли такие? Вам стипендию платят баснословную, а денег нет. Вот я сейчас соберу, скажу, по 1000 рублей, да? Вот так, 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 так. Собрал? Вот так встал и говорю, дорогие товарищи, сообщаю вас прискорбием, что я обанкротился. Это что значит? Вот, молодец. Вот смотрите как. А, четко. Нет, а на основании чего вы взяли у нас? Что? А на основании чего вы взяли? Да как? Ну я попросил. А-а-а. Долг. До завтра. А-а-а. Вы мне все дали. Ну, подумаешь, думать, преподаватель, как он. Да? А тут я встаю и говорю, я обанкротился. Что это значит? Ну что, не вернее. Нет, дам. Ну, все. Поэтому иногда это изображает банкротство, это ой, горе какое. Это кому горе-то будет? Да. Вам горе, что я обанкротился. Я обанкротил себя специально, обанкротил себя. То есть я знаю, что есть такая юридическая форма, что я могу просто выйти и объявить, что я обанкротился. О, беда, беда. Забрал 6 миллиардов. Вот сейчас Полонский, это который в Камбодже. Он сколько забрал? 5,8 миллиарда у вкладчиков.
Вкладчики хотели, вы хотели, сдали на квартиру, вы. На квартиру-то мало не сдают. По несколько миллионов собрали с дружком своим. И потом он укатил в Камбоджу, чтобы там его не поймали, те, которые хотят преступнуть за это. Потому что никто не надеется на эту судебную систему. Ведь его пристукнули. А он тогда раз и там нахулиганил, чтобы его в тюрьму посадили. В тюрьме ему безопаснее. И начал переговоры. А ему говорят, давай нам $1 миллион, мы тогда тебя оставим в Камбодже. Он не согласился. Так говорит, ну у вас будет с доброй воли, мы выдадим вас России. Там продолжается эта ситуация. Так, ну возвращаемся. Хорошо написано. С правкомами согласовывается изменение системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеры тарифных ставок, окладов и норм труда. Работодатель обязуется обеспечить безопасные условия труда, предусмотрены меры, направленные на охрану труда, прописываются условия работы в различных погодных условиях и с различными грузами, среди которых могут быть вредные радиоактивные грузы. Идут через порт? Идут. Там идет, например, шрот. Шрот – это растительная, так сказать, такая пища для животных. А его протравливают газами. Если людей, так сказать, вот там отправляют перегружать этот шрот, то они могут быть отравиться могут этими газами. Поэтому нужно определенный период выдержать. Раньше времени туда не идти. Ну и как бы вы туда ни приходили, там все равно они есть, присутствуют в каком-то количестве. Организация берет на себя лечение работников. Таким образом, можно сказать, что данный коллективный договор мотивирует работников, обеспечит их защиту и участие в управлении организацией. Невыполнение пунктов этого договора может быть рассмотрено в суде. Может быть, но никто на это не рассчитывает, ни работодатель, ни работники. Работодатели знают, что работники туда и не пойдут, и работники знают, что туда не пойдут. Они найдут способы заставить работодателя выполнить. Это говорит о том, что там действительно коллектив, как вы и написали. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что коллективный договор – мощнейшее средство разрешения и предупреждения серьезных внутриорганизационных конфликтов. Вот. Это тоже конфликтологический анализ. Да, спасибо, очень хорошо, замечательно. Кто еще хочет прославиться? Вы не хотите прославиться? Как, выдающийся? А что тогда в тельняшке? Непонятно. Я думал, что вы одели специально, что вы сейчас на передних или передовых рядах. Ну, у нас так вообще принято. Видели как, картины там, художников? В тельняшках идут в атаку всегда, они прячутся где-то в окопах сзади. У нас вот в атаках идут, вот в атаку, вот в атаку. А вы что тут сидите так? Вы уже сдавали? Я сдал в следующий раз. То есть, у вас глубокий и интересный будет, превышающий по уровню, безусловно. И у вас будет превышающий по уровню намного все, что вот было здесь. Почему? Потому что вы это все слышали и уж точно напишите еще лучше, правильно? Да. Я правильно понимаю? Ну, тогда приходите снова в тельняшки и... Бой. У меня вопрос был, потому что какие обязаны, последствия будет. А вы сейчас в темном, у вас траур, что вы не сделали, а придете в светлом, в черном, нет, да? В черном. В черном придете опять? По поводу неудачи. Черная метка, что ли? Ну ладно, приходите. Ну я тут не могу ничего сделать. У вас тут совершенно гражданские права. Я могу только так обеседовать, но не более того. Это я на это не могу повлиять. Какие есть у нас вопросы еще? У вас там что-то есть? У вас было уже, да? Вы сдавали? Еще не сдавали. То есть вы серьезно относитесь. Это вот люди такие легковесные, они раз, такие вертихвостки, раз и написали все сходу. А вы серьезный человек, основательный, так думаете, да? Ну понятно. Зачем мне на почту? Чтобы вы прочитали один. Нет, зачем так? У нас сейчас гласность. Почему я должен читать один? Огласите. А? Ну если у вас будет желание, можете... Ну зачем? Вы несете, мы почитаем. У нас все свои здесь. Есть тут не свои, чужие есть? Враги нашей страны есть тут? Нет? Вы не собираетесь какие-то секреты государственные выдать? Нет. Нет? Ну так а в чем тогда дело? Давайте приучать. Конфликтолог, он действует открыто, он стоит на позиции, что он защищает прогрессивную позицию. Поэтому у него нету там такого, что, дескать, я вот только с этими или вот с этими, да? Он отстаивает то, что способствует разрешению конфликтов по линии общественного прогресса, а не по линии общественного регресса. Кстати, реакции. Договор потом вернуть? А? Нам договор потом вернуть? Нет, это у вас подарок вам от первого контейнерного терминала. Вам повезло, да. Вот не приватизировать? Не возвращать? Не надо возвращать. Ой, круто. Да.
Это подарок вам от первого контейнера терминала. Да-да-да. Так мне, да, вот мне подарили за участие в коллективных переговорах, чтобы я мог дарить студентам. Да, так. Ну, это ж коллектив там есть, да. Вопросы есть ко мне? Нет. По сегодняшнему материалу. Значит, мы сегодня рассмотрели о том, что как выдвигать требования, и рассмотрели те работы, которые по коллективному договору были. Значит, в следующий раз мы продолжим рассматривать эти работы и новую тему. Спасибо за внимание. Поздравляю вас с днями философии в Петербурге, которые сегодня.